Сегодня Парижский суд вынес решение по, пожалуй, самой громкой банковской афере последних лет. Трейдера Société Générale Джерома Кервьеля приговорили к штрафу в размере 5 миллиардов евро. Реально ли выплатить такой штраф в течение человеческой жизни, спросим у Игоря Полетаева. Коллеги, честно? Конечно, нет. Бывший трейдер банка Société Générale Жером Кервьель стал всемирно известным 2 года назад, когда он заключал рискованных сделок на 50 миллиардов евро и причинил своему банку ущерб на 5 миллиардов. Суд признал 33-летнего Кервьеля виновным в злоупотреблении доверием, подделке документов и взломе чужих компьютеров. Кервьель утверждал, что его начальники знали об опасной игре, но смотрели на нее сквозь пальцы, пока он зарабатывал. Суд ему не поверил, признал виновным и приговорил к 3 годам тюрьмы, а еще потребовал возместить убытки на 5 миллиардов евро. Теперь Кервьель будет подавать апелляцию. Он говорит, что не хочет один расплачиваться за всю систему.